Корсунская школа искусств – достопримечательность района. Заслуги педагогов и достижения воспитанников Золотой фонд культуры Ульяновской области замечены на мировом уровне. Работы учащихся детской Корсунской школы искусств выставлялись ни много ни мало в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Вот эта работа побывала в приемной президента Российской Федерации. Показать детям произведения, выставленные в Третьяковской галерее, давно мечтали педагоги Корсунской школы искусств. К сожалению, не у всех детей есть возможность поехать за счет своей семьи. И вместе с Ассоциацией приемных семей школы искусств решила организовать благотворительную акцию. Юные мастера должны увидеть полотна мастеров русской живописи не в виде иллюстраций в энциклопедиях, а такими, какими их создали великие художники. К акции подключился 90-й лицей. В фойе организовали выставку-продажу, где любой желающий мог приобрести работы корсунских художников. Здесь не было определенной платы, то есть это были добровольные пожертвования, и сегодня мы вскрываем этот ящик и передаем денежные средства в школу искусств, чтобы дети, талантливые дети, дети нашей Ульяновской земли, побывали все-таки в Москве и увидели оригиналы. Полтора месяца работы в технике линогравюры находились в фойе школы, но уже в первый день их начали разбирать дети, их родители и сами педагоги. На некоторые работы было по несколько желающих. Было куплено более 50 детских картин. Мы не успели оформить выставку, у нас уже появился первый покупатель, который посмотрел, сказал: «Ух ты, а тут как в музее». Я говорю: «А ты знаешь, а ты еще можешь из этого музея что-то себе домой принести». Он тут же побежал к маме, все это рассказал. Мама улыбнулась, они вместе выбрали понравившуюся работу и унесли. Две работы останутся в стенах школы и будут участвовать в инсталляции памятника неизвестному солдату к 9 мая. Проникновенные, искренние картины находили живой отклик. Кто-то выбирал работы, на которых изображены знакомые с детства места. Кто-то – картины с животными. Работы наших детей экспонируются в 17 странах мира. Это в Индии, в Соединенных Штатах Америки. Мы регулярно принимаем участие в ежегодном конкурсе графики в городе Торунь, это Польша. Дети становятся лауреатами первой, второй степени. Иначе смотрят на работы сверстники творцов. Им ближе и понятнее то, как видят окружающий мир корсунские художники. Школьники всей душой болели за идею акции, не меньше самих художников, желая, чтобы поездка состоялась. Так, это вам. И сейчас произойдет торжественное вскрытие. Средств в этот раз собрали немного, поэтому акцию решено продолжить. Ассоциация приемных семей будет искать возможность помочь детям из многодетных семей, детям-сиротам, которые учатся в школе искусств, увидеть Третьяковскую галерею. До лета еще есть время, но каникулы не за горами. Провести их с пользой, расширить кругозор дети могут благодаря поддержке неравнодушных земляков. Контактный телефон вы видите на экране. Обратиться можно в Ассоциацию приемных семей по адресу улица Железной дивизии, 20. Там же увидеть картины и забрать домой ту, которая тронет сердце. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73.